Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Балуем животики». И сегодня на ужин я буду готовить свиные ребрышки. Свиные ребрышки мы очень любим, готовлю их по разным рецептам, и сегодня буду готовить ребра в духовке. Хочу поделиться с вами этим простым, но очень вкусным рецептом приготовления. Для приготовления нам понадобится свиные ребра, у меня здесь 1,5 килограмма, и все остальные ингредиенты указываю именно на такое количество. На 1,5 килограмма ребер нам понадобится 150-200 грамм кетчупа, 1 столовая ложка растительного масла, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка горчицы, 2 столовые ложки меда, перец, соль по вкусу. Ребра хорошенько моем, немного просушиваем бумажными полотенцами, и затем я немного ребра зачищаю от лишнего жира, если они у вас жирноваты. Затем нарезаю ребра на кусочки. Разделили ребрышки на порционные кусочки, и теперь займемся маринадом. В кетчуп необходимо натереть чеснок на мелкой терке или выдавить через пресс. Теперь сюда добавим горчицу. Мед и столовую ложку растительного масла. Хорошенько все перемешиваем. Маринад готов. Теперь берем ребра. И ребра необходимо хорошенько посолить и поперчить. Добавляем маринад и хорошенько все перемешиваем, чтобы соль, перец и маринад равномерно распределились по нашим ребрам. Накрываем ребрышки пищевой пленкой и отправляем мариноваться их в холодильник минимум на 1 час. Если у вас есть возможность мариновать ребрышки дольше, это хорошо, от этого они станут только вкусней. Прошел 1 час, сразу ставим духовку на разогрев и смазываем форму, в которой будем готовить ребрышки, растительным маслом. И теперь выкладываем наши ребрышки в форму. Отправляем готовиться ребрышки в хорошо разогретую духовку до 180-190 градусов приблизительно на 1 час. Прошел 1 час, и мои ребра готовы. Вот такой вот, друзья, простой, но очень классный рецепт приготовления свиных ребер. Посмотрите, какие красивые, аппетитные получились наши ребрышки. И очень-очень вкусные. Всем рекомендую попробовать приготовить. Это идеальное блюдо для вкусного ужина. А готовить очень быстро и просто. Я желаю вам всего хорошего, друзья, приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. До скорых встреч!